2016 год, как известно, прошел под эгидой российского кино и благоустройства населенных пунктов республики. Помимо этого, в прошлом году в Хангаласском районе чествовали легендарного предводителя якутов Тыгына Дархана. В городе Покровске в торжественной обстановке подвели итоги по всем этим трем направлениям. Подробности у Виолетты Засимовой. Дабы увековечить имя выдающегося Тойона Кангаласского племени якутов, 2016 год Хангаласскому Луси был объявлен годом Тыгына Дархана. Одним из самых знаменательных мероприятий стал Исахаркене в местности Ортодойду. Празднество посетили 5000 человек, а его кульминацией стал Большой Асохой, в котором приняли участие только мужчины. Именно на Исахе впервые была представлена интерпретация жилища великого объединителя якутских народов, созданная творческим коллективом «Сетим». Мы сейчас находимся возле якутской урасы, которую создали мастерицы творческого коллектива «Сетим» из села Нюмигюнцы. Эта ураса выиграла первое место среди наслегов по декоративно-прикладному искусству. Скажите, пожалуйста, с какие материалы использовались? В «Сетим» группе работаем 9 женщин, которые все мастерицы, все умельцы. Вон этот урасу мы сделали из шкуры животных и вот этого конского волосы. И каркас? Каркас из лестницы нашей, которая везде растет, наша лестница. К тому же учащиеся Покровской детской художественной школы наладили сувенирное производство в виде фигурок Тыгына Дархана, которые продемонстрировали на выставке работ мастеров и ремесленников Хангаласского улуса в фойе Центра культуры Саргыт-Уйгетэ перед началом торжественной части. Все эти работы сделаны из глины. Заливка в форме называется. Изображали Тыгына, но никто не знает, как он выглядит, Тыгын Дархан. А мы несколько вариантов так пробовали, что он может быть так выглядит. Мы хотели показать муж Тыгына. В этом же здании этажом выше свою дебютную выставку «Пространственный образ мира», посвященную году кино, представила Саргылана Скрябина, художник-постановщик компании «Сахафильм», которая принимала участие в создании таких фильмов, как «Муммуттар», «Аптах Дургон», «Керел» и так далее. Отец родом из Нюмигюнцев. Вот здесь я сделала первую персональную выставку, и как получается с моей родины. Историческая родина получается. Да, ага. Во время торжественной части были отмечены наиболее отличившиеся наслеги. В рамках года кино «Нюмигюнский наслег» глава Максим Васильев. В рамках года благоустройства лучшим был признан город Покровск, глава Петр Гермогенов. В рамках года Тыгына Дархана первый мальчигарский наслег глава Денис Уваров. Виолетта Засимова, Александр Ярков, НВК Саха, Хангаласский улус.